51-летняя Дженнифер Энистон, окружена вниманием мужчин. Сразу трое бывших бойфрендов хотят вернуть ее. Звезда сериала «Друзья» выглядит потрясающе и к тому же максимально уверена в себе. Это отметили не только ее поклонники, но и экс-возлюбленные, Джастин Терроу, Брэд Питт и Джон Майер. Со всеми тремя Дженнифер поддерживает близкие отношения, что очень мешает ей разобраться в своих чувствах. Невооруженным глазом видно, как она не может решить, с кем ей быть. «Ей немного стыдно за это», — заявил приятель кинозвезды. Он пояснил, что актриса часто звонит Терроу, когда тот приезжает из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. При этом они регулярно переписываются и созваниваются. А с Джоном Майером блондинка и вовсе уже знает. Их видели вместе в ресторане отеля Sunset Tower. Для Дженнифер эти встречи не значат ничего серьезного, но ей нравится чувствовать себя желанной и поднимать свою самооценку. Но все же самые сильные эмоции у актрисы вызывает Брэд Питт. По словам близкого окружения звезды, как только она видит бывшего мужа, на нее сразу накатывает ностальгия. Он ее первая любовь. Все чувства к нему уступают остальным, поделился инсайдер с New Idea. Дженнифер Энистон дала надежду Брэду Питту на воссоединение. Актриса согласилась отправиться с ним в романтическое путешествие. Голливудская звезда также флиртует с другим известным актером, Джоном Хэмом. Недавно Энистон снялась в провокационной фотосессии, вызвав бурю эмоций у поклонников.